Всем привет, меня зовут по-прежнему Вова Гура. Это такое незапланированное видео на канале. Просто хочу прояснить ситуацию, почему уже 2 недели нету видео на основном канале и выходят старые влоги на втором канале. В общем, проблема в том, что после того, как у меня в феврале накрылся iPad, в июне у меня поломался iPhone. Я отнес его в сервисный центр, и мне сказали, что полетела материнская плата. В общем, теперь он не включается, и у меня нету техники, где бы я смог монтировать видео. То есть, снимать я могу, у меня есть камера, на которой я снимаю видео сейчас, к примеру. А вот монтировать мне негде. Поэтому, пока не решу ситуацию с монтажом видео, новых выпусков, каких-либо проектов, влогов на канале не будет. Думаю, эта ситуация продлится еще недели 2-3, а затем я решу эту проблему, и видео наконец будут выходить, как и выходили раньше. Я сейчас планирую продать свой телефон и планшет, и купить себе новый планшет, на котором я по-прежнему буду монтировать видео. Но чтобы их продать, нужно, чтобы прошло какое-то время. То есть я подам объявление на сайт и буду ждать, когда у меня купят. Но это займет опять-таки недели 2-3. Как только продам, я куплю новую технику и войду в прежний ритм. Видео будет выходить, потому что у меня много уже записано, то есть снято. И осталось только их смонтировать. Я смонтировать сейчас не могу и смонтирую чуть позже. Это видео я снимаю без монтажа, то есть одним кадром сейчас выложу и... Сейчас, короче, сниму это видео, вот сейчас снимаю и выложу на канал. Вот, но потом, когда у меня появится техника, я дам вам об этом знать. А больше информации обо мне смотрите на официальном сайте канала www.instantstudio.ru. Ссылка, как всегда, есть в описании. Также заходите на мою страницу ВКонтакте, там я тоже пишу свежие новости. Но все-таки регистрируйтесь на сайте, потому что там всегда самая свежая и новая информация обо мне, о канале, о планах, обо всем. Кстати, у меня несколько дней назад, 2 дня назад был день рождения. Спасибо каждому, кто меня поздравил ВКонтакте, на Ютубе. В общем, всем спасибо, что меня поздравляли. Мне это очень приятно. В ближайшее время я отвечу на все ваши поздравления. В общем, еще раз спасибо вам. Для меня это очень ценно, приятно. Моя жизнь, в принципе, за это время слегка изменилась. Я переехал на новую квартиру, видите, еще коробки стоят, я не успел их распаковать, но в ближайшее время всем этим займусь. Жара в Киеве просто сумасшедшая, несколько дней было хорошо, так прохладно, а сейчас температура 35-37 градусов днем и 25 ночью, в общем, жарище ужасно. Вот, даже если бы у меня была техника, я бы не смог монтировать видео, потому что ни одна техника бы не выдержала таких нагрузок в такую жару. Но опять-таки, как я вам сказал, продам, куплю, и все будет. Я дам вам об этом знать на сайте, ВКонтакте. Вот. Ставьте палец вверх, если вы хотите, чтобы я побыстрее с этим всем разобрался, и видео по-прежнему выходили раз в неделю на основном канале, на втором канале. Гуроленд обязательно будет, но пока что у меня нету смонтированных видео, а вот эти 2 выпуска, которые вышли, я их смонтировал раньше и выложил, но больше у меня нету эпизодов, которые я смогу выкладывать. Так что в ближайшее время выйдет 2 новых тизера, новая история о старом Жордане, потому что их я еще успел смонтировать раньше, когда у меня была техника рабочая. Вот, и их я выложу в самое ближайшее время. Вот, в общем, все. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, регистрируйтесь на сайте, добавляйте меня в друзья ВКонтакте. Я добавляю теперь каждого, отвечаю всем. Так что все, увидимся, пока. И так как без монтажа, я выключаю.